журналист Игорь Вознесенский. Один из тех, кто 20 лет назад вместе с Дэвидом Гамбургом создавал проект «Криминальная Россия». Но сегодня пришло время рассказать о том, что осталось за кадром, и на многие уголовные тайны взглянуть по-новому. Год, Москва, Ваганьковское кладбище. Самое знаменитое кладбище России. Обычно оно открыто для посещений. Любой может зайти и поклониться Владимиру Высоцкому, Игорю Талькову, клоуну Инге Барову и многим другим знаменитостям. Но 5 лет назад Ваганьковское закрыли на спецобслуживание. Сотни человек весьма специфической наружности подъезжали в этот день к главным воротам. Так хоронили короля русской мафии Вячеслава Иванькова, больше известного под кличкой Япончик. Обратите внимание, впереди гроба братва несет огромный российский флаг. Государственные похороны, не иначе. На траурных лентах география всей страны. Дорогому Кириллычу от достойных людей Москвы. От Саши Ташкентского. От пацанов из Ярославля. И даже дорогому брату от дедушки Хасана. Всего на похоронах Иванькова тогда собрались около 500 представителей криминального мира. А ведь всего за несколько лет до этого пышного прощания Иваньков торжественно вернулся в Россию. Я вернулся к себе на отчизну. И для меня это великий праздник, великое событие. Я вижу всех вас. Для меня это тоже праздник. Потому что вы мои соотечественники. Вы сыны и дочери русского народа. Я ваша частица. Вор в законе, чья смерть до сих пор вызывает яростные споры. Точку в этой истории пока никто не поставил. Так за что же Япончик получил пулю мести? Москва. Это один из самых модных ресторанов. Поужинав с влиятельными людьми, Япончик, разумеется, с охраной, направился к выходу. Путь от крыльца до машины занимал всего 3 секунды. Всего несколько шагов, но пройти их Япончику не было суждено. Вячеслав Иваньков получил пулю в живот. Ни в голову, ни в сердце. В определенных кругах такой выстрел называют «пулей мести». Кому-то очень хотелось, чтобы авторитет умирал долго, мучаясь от нестерпимой боли. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент покушения. Вот Иваньков идет на выход. Спереди и сзади его прикрывают телохранители. Выстрел. Телохранители тут же втаскивают раненого Япончика назад и укладывают на кушетку. Работники ресторана испуганы. Позже сыщики нашли на противоположной стороне шоссе припаркованную газель. Внутри самодельный помост из поддонов от хлеба и лестница, чтобы через люк на крыше можно было стрелять поверх машины. Рядом лежала брошенная СВД – снайперская винтовка Драгунова с глушителем. За моей спиной онкологический центр имени Блохина. Один из крупнейших в Москве. Но мало кто знает, что на территории центра находится и частная клиника, в распоряжении которой новейшие медицинские технологии. Разумеется, платные и очень дорогие. Почти 2,5 месяца Иваньков пролежал в частной больнице при онкоцентре на Каширке. Но, несмотря на все усилия врачей, Япончик скончался. Версий, за что был расстрелян Япончик, невероятное множество. Передел воровского влияния, личная месть, большие долги и даже женщины. Но разобраться в этом без экскурса в далекие 70-е не удастся. Алкоголик-отец, любимая мать, вот и вся семья будущего авторитета всея Руси. После школы он делает странный выбор – цирковое училище. Судьба сводит его с теми, кто вскоре станет культовыми цирковыми артистами. Именно там он знакомится с великим клоуном Леонидом Янгибаровым.
говорят на этих архивных кадрах, среди массовки есть и Вячеслав Иваньков. Славик окончил цирковое училище. Ему прочили прекрасную карьеру. Травма спины убила будущего артиста, но родила короля мафии. Свои первые уголовные университеты Вячеслав Иваньков начинал проходить в знаменитой банде «Монгола». Начинал будущий король русской мафии скромно. Подай, принеси, постой на Шухере. Он отсидел, это судимость у него была. Незначительный срок он отсидел за карманную кражу. И он попадает к монголу. Монгол – это Корьков, значит, это, кто говорит, вор в законе. Не был он вором в законе. Я вот не помню, чтобы Корьков был вор в законе. Он был бандит самый настоящий. Это первый человек, который стал заниматься рэкетом. Конец 70-х. Рассвет брежневского застоя. Москва готовится к Олимпиаде 80. Столица СССР, город без преступников, а уж тем более воров в законе. Здесь и ОПГ нет, и щипачей, и убийство – доисторическая редкость. И только банда странного Робин Гуда грабит богатеньких. Спекулянтов, цеховиков, валютчиков. Но статистику это не портит. Пострадавшие стесняются писать заявление. Вячеслав Кириллович, в форме сотрудника, старшего лейтенанта, ксива у него была, в общем, он использовал иногда это удостоверение. Справедливости ради, сам Иваньков в зверствах не участвовал. Всего лишь помогал головорезам проникнуть в квартиру. Группировку «Монгола» громят, но Иванькову удается бежать. Он был задержан, получил 2 года. Отсидел срок и принялся за старое. Но теперь роль шестерки его не устраивала. Будущий король русской мафии решает заслужить доверие пиковых, кавказских воров в законе. Япончик чувствует, лавровая масть набирает силу. Исторически так сложилось, что воры в законе всегда в Москве и вообще в Советском Союзе превалировали именно за кавказцев. Это в первую очередь грузины, следующие шли за ними армяне. Рвение япончика отметили. Из шестерки он очень быстро превращается в авторитет. Становится координатором бандитских налетов на квартиры москвичей. Приезжали грузинская братва, и он раздавал им квартиры. То есть сегодня вы грабите в Москворецком районе, завтра в Волгоградском и так далее, чтобы не создавать, так сказать, напряг в каком-то одном районе. Он регулировал этот процесс. И, наконец, сбывается заветная мечта. Япончика коронуют. Отныне он вор в законе. Поговаривали, к коронованию приложили руку авторитеты. Гога Ереванский, Толя Черкас и другие воры старой формации. В конце 70-х Иваньков уже был главарем собственной группировки. Нападали выборочно. Последние не отбирали. Предпочитали трясти тех, кто живет на нетрудовые доходы. В 81-м году япончик попал в поле зрения КГБ. Его брали со стрельбой и погонями, как в голливудском фильме. Сотни томов уголовного дела. И первый большой срок япончика – 15 лет колонии. Его осудили за разбойное нападение. Были ли у Ванькова шансы углубиться условно-срочно? Никаких. Почему? Потому что постоянно нарушал правила содержания в местах лишения свободы, подвергался наказаниям. Тюремное начальство при помощи прикормленных зэков решает сломать япончика. Опустить, на воровском сленге, насильно сделать пассивным гомосексуалистом. Его, вора в законе, это было неслыханно. Япончик испытывал чудовищные боли. Еще в молодости он повредил спину, но нашел способ отомстить. Главный обидчик вскоре был доставлен в медсанчасть с ножницами в спине. Иванькову не только не добавили срок, а и вовсе даже простили новое преступление. Почему? У генерала Гурова есть свой ответ на этот вопрос. Жарко натопленная бревенчатая изба, огромный стол, сидит начальник, сидит Иваньков, вот так вот, значит, под себя ноги, коньяк шикарный французский, икра, семга, и наворачивают, и играют между собой. Деньги. Япончик на корню купил всю верхушку колонии.
Понятие и титул самого уважаемого в криминальном мире человека по одной из версий придумали еще советские спецслужбы времен наркома Ежова. Чекисты хотели поставить под контроль огромную тюремную братью. Преступное сообщество пошло по своему пути. Вору в законе возбранялось многое. Нельзя жениться, убивать, нельзя иметь детей, работать и брать в руки оружие. Каждый вор должен, обязан патронировать места лишения свободы. Обязан организовывать воровские сходки, контроль за принятием и за исполнением решений воровского суда. А вскоре случилась и вовсе загадочная история. Иваньков оказался на свободе. Поговаривали, за япончика хлопотали великий певец Кобзон и великий офтальмолог Федоров. Помогали и женщины. Например, одна телезвезда. Он жил на даче одной из ведущих «Спокойной ночи, малыши». Ну, мы-то понимаем, кто это одна из ведущих, но фамилии не озвучиваем. Мы понимаем, кто из певцов, и знаем, кто из певцов ему прислал посылки и деньги, и кто за него потом ходил к Ельцину и так далее. Борис Ельцин сыграет в судьбе япончика очень большую роль. Но об этом позже. А пока вернемся к версиям странного и дерзкого расстрела Вячеслава Иванькова. Восьмой год, Московская область. От берега Пироговского водохранилища отчалил прогулочный теплоход. Такие суда часто арендуют для корпоративов. С музыкой, танцами, едой и выпивкой. Но на этот раз здесь намечался не отдых, а рабочее совещание. Точнее, крупнейшая воровская сходка. Оперативники нагрянули в самый неудобный момент. Кое-кто попытался спастись в воде. 37 воров в законе. Неплохой улов. Правда, позже почти всех задержанных отпустили. Предъявить им было нечего. А многие оказались и вовсе самозванцами. Сейчас нет такого понятия «вор в законе». Это что, кармане? Грузину возьмешь, я вор. Какой ты вор, если ты ни разу не судим. А он уже говорит, он вор в законе. Ну как это? А между тем криминальные генералы собирались по важному поводу. Славянские и грузинские группировки вступили в конфликт. В криминальном мире России есть два крупнейших клана – славянский и кутаисский. Славянские группировки подчинялись Аслану Усаяну по кличке Дед Хасан. У кутаисских был свой лидер – Тариэл Аниань. Когда началась межклановая война, многие считали, именно япончик, как третейский судья, может прекратить бой. Однако Иваньков открыто встал на сторону деда Хасана. После сходки не пройдет и пары недель, как япончика дерзко расстреляют на выходе из ресторана. Киллер метил не в голову. В криминальном мире такой заказ считается местью с уважением. А ранение в живот – желанием убить не сразу, а устроить верную, но мучительную смерть. Но кто рискнул поднять руку на самого япончика? Первым называлось только одно имя – Тариэл Аниань. В Москве дерзко расстрелян криминальный король России Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Вор в законе умирает спустя 2 месяца в секретной клинике. Кто поднял руку на самого влиятельного авторитета постсоветского пространства? Сразу после покушения на Япончика на зону пришла так называемая «Маляла» за подписью 36 авторитетных воров. Те во всем обвинили лидера кутаисского клана. Цитата. «Ставим вас в курс порядочные арестанты, что на МТЦ, это матросская тишина, находится человек. Зовут его Тариэл Аниань. Сведомо воров он есть...» Дальше крепкое матерное слово. Ну, в общем, нехороший человек, редиска. «Если он находится у вас в хате или при встрече с ним, поступайте соответственно». Тариэл Аниань, кличка Таро. Лидер кутаистского клана.
из колоды Пиковых, так еще называют грузинских воров. Якобы именно между ним и дедом Хасаном в последние годы шла борьба за власть, а Иваньков стал просто жертвой этого противостояния. Вражда началась из-за раздела криминальной империи другого вора в законе – Захара Калашова по кличке Шакро Младой. В 2006-м он был арестован испанскими властями. Общее состояние Шакро, державшего московские казино и каналы обналичивания денег, приближалось к 1 миллиарду долларов. Примирить воров могла та самая сходка на Пироговском водохранилище. Но это лишь верхушка айсберга. Кстати, почему Иванькова прозвали Япончиком? Этому есть логичное объяснение с воровской точки зрения. Когда-то в Одессе был знаменитый налетчик Мишка Япончик. Храбрый и отчаянный, он окружил себя романтическим ореолом. Ну и, возможно, за характерный разрез глаз. Посмотрите, на некоторых фотографиях он действительно слегка напоминает японца. Впрочем, у Иванькова были и другие клички. Ассирийский зять из-за женитьбы на ассирийке, дед, видимо, из уважения к возрасту. И даже Гудбай Америка, видимо, за особую любовь к Штатам. 80-е годы Иваньков проводит в тюрьме. Он лихой сиделец. 58 раз нарушал режим. 35 раз попадал в карцер. На 2 месяца переводился в тюремную камеру. 2 осуждался за нанесение телесных повреждений товарищам по несчастью. И несмотря на все это, Япончик подает на условно-досрочное освобождение. И ему не откажут. Ну, поверьте мне, что при той системе, которая была в те годы, все-таки я ее хорошо знал и контактировал с руководством Верховного суда СССР и с Российской Федерацией. Но это было просто невозможно. То есть никакие взятки тогда не срабатывали. Рассказывают, что за Иванькова ходатайствовали правозащитник Сергей Ковалев, певец Иосиф Кобзон. Я не могу сказать, что я дружил с Иваньковым. Мне приписывают дружбу с Иваньковым, с которым я познакомился в Америке. А вот известный офтальмолог Святослав Федоров никогда не скрывал теплых отношений с Япончиком. Что их связывало? Врача с мировым именем. И криминального авторитета с мировым именем. По одной из версий и подробно. Святослав Федоров, как и Япончик, питал слабость к скачкам. Просителям удалось невероятно. В 91-м году Япончик выходит на свободу. Вопреки всем правилам отбывания наказания. И начинает собираться в дальний путь, в США. По некоторым данным, во время пребывания в местах не столь отдаленных, Вячеслава Иванькова завербовала КГБ. Я считаю, что в данном случае это была операция по внедрению наших преступных авторитетов в лагерь потенциального противника для дестабилизации там обстановки путем совершения преступления. Ну, может быть, идея была и интересная. Я считаю, что она вполне допустима. У адвоката Крутера своя версия. Япончика выпустили специально, чтобы противостоять этническим группировкам, набиравшим силу. Святослав Федоров сказал Ельцину, был разговор, ходатайство за Иванькова. Есть человек, который может что-то немножко здесь помочь, вообще остановить. А вот еще одна, и, наверное, самая правдивая версия, почему освобождение прошло так гладко. По свидетельству старых оперативников, которые сажали Иванькова, его вытащили из тюрьмы большие деньги владельцев чара-банка и ходатайства известных деятелей культуры. Но это, по словам муровцев, была вовсе не благотворительность. Владельцев чара-банка кинули партнеры и скрылись в Америке. Покарать должников мог только Иваньков. Эти кадры уникальны. Праздничное застолье по случаю освобождения Иванькова. После тюрьмы Япончик худой, бледный. За каждый день нашей жизни. Япончик в окружении самых верных соратников и друзей. Давайте еще горяченького дам вам немножко. Мало едите. Паша тоже первое время так мало ел. Слав, самое главное, там сейчас ничем не занимайся. Но Вячеслав Кириллович как раз-таки собирался заниматься именно всяким.
После освобождения из российской тюрьмы у Иванькова на руках была стандартная зэковская справка. Но он умудрился по ней получить загранпаспорт. Как это ему удалось, до сих пор загадка. Документ оформили не где-нибудь, а в консульском управлении МИДа. Причем через фирму, организованную комитетскими отставниками. Что это? Длинные руки спецслужб, давших негласное добро на выезд криминального авторитета? Или все решили деньги? Позже в США при обыске у Иванькова сотрудники ФБР нашли пачку поддельных паспортов разных стран мира. По особенностям исполнения они очень похожи на спецкомплект агентов КГБ СССР. Именно с таким комплектом был пойман и советский шпион в Израиле Шабтай Калманович. Их судьбы несколько раз переплетались, а смерти и вовсе стоят рядышком. Между гибелью Япончика и Калмановича всего 2 недели. И вряд ли это обыкновенное совпадение, скорее рок. Спортивный центр города Видное вряд ли когда-либо видел разом столько знаменитостей, как на этой панихиде. Иосиф Кобзон и Владимир Винокур не сдерживали слез. Мимо гроба шли кумиры самых разных поколений. Герои поп-сцены – Крутой, Басков, Буйнов, Лещенко. Режиссер Говорухин, Геннадий Хазанов, приехала и сама Примадонна с Максимом Галкиным. Было очевидно, кумиры хоронят очень близкого друга. Чтобы понять, насколько близкого, достаточно послушать, кто и что о нем говорит. Ну, я много чего с ним не успел. Я не успел с ним дообщаться, я с ним не успел с ним доотдыхать. Я не успел с ним довоспитать детей. Я просто не успел с ним додружить. Шабтай Калманович много с кем не успел додружить. Среди его знакомых и наши звезды, и мировые знаменитости. Лайза Минелли, Том Джонс, Хосе Карерас. Их тоже привез в Россию он. Я надеюсь, вы отдыхаете замечательно. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. А уж как Шабтай дружил с Винокуром и Лещенко. Каким же боком к столь звездной компании причастен Япончик? Сейчас мало кто помнит. Прежде чем стать продюсером, Калманович успел поработать шпионом. Да-да, шпионом. Именно тогда они и встретились. Иваньков и Калманович. Шабтай Калманович родился в Каунасе. В 71-м году уехал в Израиль. Поговаривали, торговал алмазами и оружием. В 87-м израильский суд признал его агентом КГБ и приговорил к 9 годам лишения свободы за шпионаж в пользу СССР. Зато в криминальном мире о его отношениях с Япончиком до сих пор говорят крайне осторожно. Почему? С разницей в 2 недели в Москве расстреливают вора в законе Япончика и знаменитого бизнесмена, бывшего шпиона Шабтая Калмановича. Что связывало этих людей? Почему США ненавидела обоих? И при чем здесь рулетка? '92 год. Даже имея загранпаспорт, попасть в Америку невероятно сложно. А уж только отсидевшему Япончику и вовсе путь закрыт. Но вот на одной из встреч с друзьями была придумана уникальная комбинация. Из Соединенных Штатов в Москву прибыл по делам бизнесмен Леонард Лев, известный в узких кругах как Леня Усатый. В Москве Леня Усатый организовал кинокомпанию для съемок фильма о нелегкой жизни Иванькова при фонде Ролана Быкова. Директором киногруппы назначил самого Япончика. Иваньков даже получил суточные – $300. Затем сел в самолет и отбыл на запад. Кинокомпания вскоре объявила о банкротстве. В Америке Япончика фиктивно женили на аккомпаниаторе Вилли Токарева Ирине Алла. Говорят, за липовый брак она получила $10,000.
Вскоре слава о япончике в третейском судье воровского мира разнеслась по Брайтон-Бич. Например, однажды у певца Вилли Токарева в Америке возникли проблемы. Какие-то люди на ломаном английском начали вымогать у него деньги. Я сказал, будете звонить, сейчас Славе скажу сейчас. И все. С этого момента больше не звонили. Ну, я благодарен за это, написал ему песню. И я горжусь за Славу Иванькова. У другого известного певца Славы Медяника был в Америке свой ресторан. Однажды некий уголовник устроил в заведении стрельбу. Хорошо, что там швейцар увидел эту ситуацию, сбил ему руку. Медяник выздоровел и однажды не поверил своим глазам. В ресторан снова пришел тот самый стрелок. Встал на колени. Меня, говорит, прислал Вячеслав Кириллович. Если ты считаешь, что я настолько виноват перед тобой, стреляй, я пришел на стрел. Вот она, сила воровского слова. А эта композиция еще не звучала на радио. Как объявили бы в прежние времена, песня «Истина». Музыка Вячеслава Медяника, слова япончика. Истина. Что есть она? И как понять, что истина, что ложно? И сколько их? Или она одна? Каким критерием определить невозможно? Да-да, Иваньков писал стихи, и порой весьма неплохие. Он был на днях рождения, где и на праздниках, и на всяких торжествах, где были члены правительства, где были большие бизнесмены, где куча артистов. Япончик был очень общественным человеком, должен вам сказать. Но вернемся к шпионскому следу. Где провел Вячеслав Иваньков 90-е годы, все знают. В американской тюрьме. Его назвали королем русской мафии. Но тюремные стены авторитету не помеха. По 6 мобильным телефонам япончик общался, только подумайте, с представителями криминального мира из 14 государств. Он, как сказали бы сейчас, разруливал вопросы по даням и оброкам, по разборкам и примирениям, по разделу Америки между русской и итальянской мафией. Американские полицейские были в шоке, но действовали решительно. С ФБР шутки оказались плохи. Засекли звонок Иванькова должникам Чарабанка. Япончик не угрожал убийствами, говорил вежливо. Но суд счел это вымогательство, и король русской мафии получил 10 лет тюрьмы. Американское правосудие назначило за Япончика смехотворный залог – 40 тысяч долларов. Воровские лидеры в кратчайшие сроки собрали 3 миллиона долларов. Доказать, что деньги легальные, они так и не смогли. Толстые пачки купюр, полученные за вымогательство и убийство, американские империалисты брать отказались. Адвокат Александр Добровинский познакомился с Иваньковым в американской тюрьме. Однажды под Новый год он посещал клиента в общем зале. А там сам япончик. Ребята, я слышал, что вы говорите по-русски. Давайте как-то символически поднимем вот эти чашки кофе за нашу родину. Вернувшись на родину, Добровинский в течение года собирал ходатайства в пользу япончика. В этот раз список подписантов завора в законе был и вовсе убийственен. Солженицын или на то время министр внутренних дел Израиля Щеранский. За хлопоты Добровинский получил неожиданный подарок. Приглашение на памятную новогоднюю вечеринку в России. И вдруг дело приближалось где-то к 12 часам ночи. И встал дед Хасан, поднял бокал и сказал, что я хочу выпить за нашего очень близкого друга. За Славу Иванькова, который сидит на поганой, крытой американской зоне. И это было еще не все. Оказался звонок, и этот звонок вывели через усилители на весь ресторан. Иваньков поименно благодарил всех присутствующих в зале.
могущественный япончик мог даже в американской тюрьме чувствовать себя королем русской мафии. А вот в центре Москвы уберечь корону не смог. Могила Иванькова находится в дальней части Ваганьковского кладбища. Просто так ее не найти. Впрочем, всегда найдутся провожатые, которые за пару сотен проведут настоящую экскурсию. На похоронах япончика не было кинозвезд и знаменитостей. Хотя человек, названный королем русской мафии, обладал связями, которым вполне могли позавидовать ведущие голливудские продюсеры. И он пользовался ими и здесь, и в Америке. Иваньков провел в американской тюрьме почти 10 лет. Его выпустили в 2004-м. И он с триумфом вернулся в Москву. В буквальном смысле ударив и власть, и журналистов. Однако несдержанность и даже некоторое безумие проявлялись у япончика не всегда. Посмотрите, как он интеллигентно ведет себя при возвращении на родину. Я вернулся к себе на отчизну. Для меня это... Ну, великий праздник и великие события. Я вижу всех вас. Для меня это тоже праздник. Потому что вы мои соотечественники. Вы сыны и дочери русского народа. Я ваша частица. Япончика обвиняли в разбое и убийстве. Но суд присяжных вынес вердикт. Невиновен. У следствия просто не хватило улик. И вот он снова на свободе. Так кто же вынес Иванькову смертный приговор спустя несколько лет? Все, что связано с более-менее инициативным человеком или ярким человеком с личностью, сразу ассоциируется или умышленно ассоциируется с организованной преступностью. Расстрел япончика стал громом среди ясного неба. А еще через две недели новое громкое убийство. Успешного продюсера, бывшего агента КГБ Шабтая Калмановича. И только сегодня эксперты начинают склоняться к версии. Эти смерти – звенья одной цепи. Около 4 часов дня от сталинской высотки на Баррикадной отъезжает «Мерседес». Пассажир. Бизнесмен, продюсер, меценат и бывший разведчик. Шабтай Калманович. На Смоленской набережной с «Мерседесом» поравнялась неприметная легковушка. В салоне наемные убийцы. У каждого в руках пистолет-пулемет марки «Борс». Раздаются очереди. Человек с удивительной биографией, обладающий огромными связями в шоу-бизнесе, получает 18 пуль. За что? Водитель тяжело ранен двумя шальными пулями. Перебита ключица, прострелена легкая. Но Петр Туманов решает догнать преступников и взять их на таран. Мы тут ехали, ну, со скоростью, наверное, 120-140, маневрировали между потоком машин. Затем «Мерседес» вылетел с проезжей части и пробил картер об бордюр. По инерции машина прокатилась еще пару десятков метров по скверу. Петру еще хватило сил вызвать по телефону скорую и даже остановить проезжавший мимо реанимобиль. Любопытная деталь. В полукилометре отсюда ОВД «Хамовники», то есть заказное убийство и погоня, произошли буквально в центре столицы. Состояние было шоковое. Труп шефа, который 5 минут назад был еще живой. В салоне автомобиля оперативники якобы нашли $1.5 миллиона. Удивительно. Преступники не тронули целое состояние. Кому вез такие деньги Шабтай Калманович? А что насчет связи Калмановича с япончиком?
Никакого отношения к Иванькову он не имел. Никакого отношения, абсолютно. Это я точно знаю. Однако абсолютно точно они были знакомы. Может, и не дружили, но имели немало общих приятелей. Хотя бы тот же Атари Квадришвили. Но самое главное, по одной из версий, убийства Колмановича и Иванькова стали следствием одной и той же тайной войны. Войны за казино. С 2006 года игорный бизнес России повис на волоске. А как известно, именно он приносил большую часть дохода в воровской общак. Криминальным миром были приняты беспрецедентные меры для того, чтобы отсрочить принятие закона о закрытии казино. Посредник между властью и бандитами нашелся. Им стал бывший советский шпион в Израиле Шабтай Колманович. Таким организатором сбора средств с каждого стола или с каждого казино был Вячеслав Кириллович Иваньков, который собрал колоссальную сумму и которую передал Шабтаю Колмановичу. Разрешение на незакрытие казино было продлено на год. Ровно через год ситуация повторилась. И король воров снова призвал на помощь Шабтая Всемогущего. На следующий год встал вопрос о закрытии снова. И снова была собрана сумма, только, по-моему, в два или три раза больше, чем предыдущий год. Эта лицензия на казино по всей стране была продлена. В июле 2009 года казино официально прекратили существовать. Несмотря на то, что очередная порция денег была собрана. Если моя догадка верна, то Шабтай эту сумму куда-то отнес. Репутация и жизнь Шабтая оказались под угрозой. Денег, насколько я понимаю, не вернули. После этого не стало Иванькова. И очень скоро не стало Шабтая. Легенда воровского мира Япончик и бывший советский шпион Колманович унесли в могилы тайны большой рулеточной войны. Кто стоял за этими двумя расстрелами? И за что совсем недавно убили деда Хасана? Возможно, так хотели пресечь утечку информации о колоссальных деньгах, вокруг которых всегда льется кровь. Дело Япончика так и не раскрыто. По крайней мере, правоохранительными органами. А вот в том, что криминальные авторитеты отомстили за могущественного Япончика, у меня нет никаких сомнений. Но это частная версия. Придет время, и я смогу ее аргументировать. Но так или иначе, в жизненной истории вора в законе Вячеслава Иванькова поставлена точка.